В Италии в Средневековье и в эпоху Возрождения одним из самых популярных вокальных жанров был матет. Он мог быть написан как на канонический библейский текст, так и на обычные поэтические строки светской тематики. Но вне зависимости от текста, матет всегда сохранял свой характер сложной для восприятия ученой музыки, местом демонстрации профессионального мастерства ее создателя. Сейчас прозвучат два матета духовного содержания. Первый написан Джованни Палестриной, а второй менее известным итальянским композитором эпохи Возрождения, священником Феличи Анерио.